Здравствуйте, дорогие мои! Видео номер 17 из нашего проекта коротких, простых, понятных видео о семейных отношениях. Демидшин Алексей Владимирович. И вопрос такой. Как разрешить себе все самое лучшее? Но многие люди уже пообжигались немножко на тему своего характера, на тему характера близких и на тему семейных отношений, соответственно. И кто-то, к сожалению, смотрит на свое будущее без большого, светлого, яркого, легкого оптимизма. И кто-то на семейные отношения тоже так смотрит. Кто-то вообще воспринимает семья это как золотая клетка. Кто-то воспринимает семья это как труд, обязанности. Соответственно, мазохистов-то нету, поэтому не так уж и хочется все эти семейные отношения, поскольку они не всегда ассоциируются с удовольствием и с наслаждением. И это правильно, потому что ошибок-то многие люди делают. Перенапрягаются, переутомляются, берут на себя ненужные обязательства семьи и прочее, и прочее, и прочее. Для чего все наши видео-то, в принципе, созданы? Чтобы немножко было больше ясности, как иметь семью и при этом быть счастливым. Как правильно распределить обязанности в семье. Как не потерять ощущение счастья в семье. Как не перестать видеть хорошее, как не перестать любить, как не перестать радоваться и наслаждаться. И вот такая очень важная тема «Я разрешаю себе». Кто-то воспитан, и в его детстве, к сожалению, не было хороших семейных отношений. Но это не значит, что если у вас не было, что теперь вы все и не получите их никогда. Вы же не знаете, что это такое, как это сделать, да? Если у кого-то родители гуляли, может быть, изменяли, не были надежными, разводили, или еще что-то, то человек уже не очень-то сильно верит вообще, что крепкая семья может быть. Если кто-то жил и все время дрался с братьями, с сестрами, то человек-то не очень-то уж и сильно верит, что вот можно так вот прожить и помогать все время друг другу, не драться, не конфликтовать. И получается, что вот этот вот негативный опыт, который был в прошлом, мы невольно можем тащить, как такой большой грязный мешок, полный всяких фекалий, и в свою будущую жизнь тоже, и, соответственно, превращать ее, свою будущую жизнь в помойку из отрицательных эмоций. Никому это не надо. Даже если вы когда-то в жизни столкнулись с трудностями, не надо смотреть на будущую жизнь, как на лужу, в которой много-много этих трудностей будет и ждет вас на грязь. Вы рождены для счастья, только для счастья, и ни для чего для другого. Это ваша жизнь, и вы имеете право свою жизнь прожить счастливой. Вот такая простая игра, простое упражнение. Я разрешаю себе. Вот что вы хотите? Вы хотите быть счастливыми, богатыми, здоровыми, красивыми, чтобы у вас были честные семейные отношения, надежные, верные. Скажите, я разрешаю себе быть счастливой. Я разрешаю себе быть счастливой. Я разрешаю себе быть счастливой. 100 раз каждое утро. Я разрешаю себе быть здоровой. Я разрешаю себе быть здоровой. Я разрешаю себе крепкие семейные отношения. Я разрешаю себе надежные семейные отношения. Я разрешаю себе радоваться. Вот все, что вы хотите в этой жизни. Хотите быть уверенной? Уверенным. Я разрешаю себе быть уверенным. Я разрешаю себе быть уверенным. Я разрешаю себе быть уверенным. Чтобы какие-то прежние мелкие огорчения не оставляли в нашей душе, в нашем восприятии самого себя, не мешали нам видеть свои таланты, не оставляли след в наших чувствах, в наших эмоциях, в нашем счастливом, ежедневном, каждосекундном процессе жизни, в нашем счастливом будущем. Да, мало у кого в жизни и на улице перевернулся грузовик с мармеладом. И мало кто в жизни каждое лето по 3 раза ездил в пионерский лагерь Артек и имел беззаботное счастливое детство. Не тот солдат хорош, что никогда не спотыкается и не падает, а тот, кто может встать, отряхнуться и пойти дальше. Умение избавляться от этого ненужного пессимизма, сомнений, неуверенности, грусти, тоски, печали, самоедства. Я разрешаю себе.
быть уверенным. Я разрешаю себе быть счастливым. Я разрешаю себе быть богатым. Даже если ваши родители никогда не были богаты, и вы в детстве никогда не были богаты, это не значит, что в вашем будущем этого не может быть. Это может быть, и вы это сделаете, если уберете за собой вот этот шлейф отрицательных сомнений, эмоций, переживаний, волнений. Я разрешаю себе дышать полной грудью. Я разрешаю себе быть сильным. Я разрешаю себе быть страстным. Я разрешаю себе быть сексуальным. Я разрешаю себе быть успешным. Я разрешаю себе быть богатым. Вот что вы хотите в свою жизнь? 100 раз каждое утро. Это мой вам подарок. Ну а самое интересное дальше.